Так, сейчас мотаем, он овес. Так, вот иранская пленка. Сейчас покажу, чтобы все знали. Однорукая хуйня, блядь! Вот такая вот пленка. В общем, не берите. Очень жесткая. Практически не тянется. Клей как бы есть. Много дефектов. Рвется с середины, то есть пропуски, дырки. Ну, чтоб не быть голословным, сейчас покажу, как это, как она мотает. Так что у нас сейчас специалист доработает. Так, ладно, давай, Виталь, сейчас покажем, пока у меня телефон не сел. Ну, так как я один, сейчас покажу весь процесс. Сейчас он начнет, посмотрим натяжку, и дальше я покажу. Белорусская была дороже. Может, поэтому она и была дороже. Ну вот, натяжки никакой. Вот, вот проскакивает дефекты. Вот. Это что, дырки? Ну вот, я сильно упираюсь. Она практически не натягивается. Растяжения практически нету. Вот эти вот линии, они все рвутся. Пленка просто говно. Иранскую не берите. И стреляет клей, что ли, не пойму. Ну, лучше вообще без натяжки. Ну, клей есть. Постоянно так, то в одном месте, то в другом. Вот эти вот слои, вот, вот они и рвутся. Не знаю, из этого можно подумать. Даже вот бывает, проскакивают прям дырки, брак. Везде прям. То там, то здесь, то... Так, ну вот третий раз показываю. Вот даже, вот так. Одна ушла, вторая ушла. Вот так вот даже было. Во! Дырка. Вот так вот. Это полный брак. Вообще живого места нет. Слов нету.
Иранская агрострейч пленка.